РГВК «Дагестан» снова в числе лучших. Автор и ведущая проекта «Удивительные горцы» Патимат Бурсиева стала победителем ежегодного конкурса от компании «Ростелеком» «Вместе в цифровое будущее». Всего было 8 номинаций и более 2000 работ. Фильм «Мои коллеги. Как дагестанцы солнце приручили» признан лучшим в номинации «Телевидение». Картина рассказывает о команде изобретателей, которые создают устройства на солнечных батареях. Такая большая победа, она впервые вообще для нашей республики. До этого, за все 12 лет существования конкурса, такого еще не было. Поэтому это такая большая, вообще очень важная победа для нас, потому что наш проект оказался лучшим.